Несмотря на то, что август мучает нас жаркими днями, но все же лето подходит к концу, и впереди 1 сентября. Сегодня мы решили спросить наших маленьких горожан, а готовы ли они к началу учебного года. А скажи, таблицу умножения хорошо знаешь? Ну, наверное. 4х8. Сложно. 6х3. Я не помню. 6х5. Ты знаешь, сколько будет 2х2? 4. Сколько будет? 4. Не знаешь? Я сама не знаю. Как вот на духу? В школу хочется? Ни капельки. Вот сейчас лето, каникулы, так классно, не надо что делать. Может, пускай продлят еще на годик? Нет. Не хочешь? Нет. Пойдем в школу? Да. Слушай, а какой любимый предмет в школе? Чтение. Чтение? Да. А какую последнюю книгу ты читала? Не помню. Ну, мама мне сегодня купила новую книгу, и она называется «Самые лучшие рассказы для девочки». Ну, а ту, которую ты прочитала, какая тебе запомнилась за лето? Ну, есть это «Рездво Лили», там, про Рапунцель. Хочется в школу, вот честно. Вот. Только похвастаться. Похвастаться чем? Ну, я люблю школу, надо обновлять новый гардероб. Ну, смотри, скоро 1 сентября, ты готова? Да. А ты бы хотела, чтобы каникулы были не 3 месяца, ну, хотя бы полгода? Нет, мне наоборот хочется в школу. Чтобы быстрее закончить? Нет. Ну, как бы, и учиться хочется. Ух ты, а какой у тебя любимый предмет? Самый любимый? Да. Биология. Вот есть у тебя какой-то любимый предмет? Ну, физкультура. У меня любимый предмет – математика. Математика? О, а что последнее вы изучали по биологии в 10 классе? Что изучали? Мы изучали хребет человека. Ух ты, а ты кем будешь, когда вырастешь? Поваром-кондитером. Хочется вообще идти в школу, честно? Да. А почему? Там друзья. А мы вам желаем с удовольствием провести оставшиеся дни лета. С вами «Ваше мнение».